мы продолжаем путь дальше. Чуть-чуть мы ускоряемся. О, бензин закончился. Давай, вперед. Во! О, отлично. Нифига себе. Давай, может быть, доедем. Есть. Не знаю, каким макаром, но, блин, по волшебству мы доедем. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». Что ж, мы сейчас улучшим с вами двигатель, купим. И на оставшиеся деньги мы ничего не сможем купить. Ладно, едем дальше. В этой серии я хотел бы купить новые колеса, более мощные. И, конечно же, пушку. Пушку, чтобы стрелять по этим зомбакам всем. Зомбаки бегут, а мы в них будем стрелять. Для этого мы купим, конечно же, ружье. Но оно очень дорогое, стоит 20 тысяч монет. Либо 20 тысяч, либо 20 миллионов, потому что сейчас монеты в тысячных нам показывают. Ну, грубо говоря, 20 тысяч там нужно. А за гонку мы получаем около 3-4 тысяч. Может быть, даже около 5. Сейчас посмотрим. Проедем эту гонку и увидим. Да, тачка наша оголяется. Прям голенькая стала. Но ускоритель остался. Хорошо, мы можем ускоряться. Вот. И где-то здесь у нас все будет ломаться. Ускорение, все. Да, все, мы не можем дальше ехать. Сейчас закончится бензинчик. Давай. Ну, к сожалению, ускорителя нету. А смотри, мы нормально проехали. Да. Получили аж 7 тысяч, да? 7 тысяч, либо 7 миллионов. Что мы увеличим? 10 тысяч у нас есть. Давай еще заработаем два раза, и мы купим пушку. Да. Пушка – это вещь будет. Мы сможем отстреливать этих зомбаков. Будет весело и интересно ехать нам, ребята. Будет интересно с пушкой. Будем отстреливать зомбаков. Они никуда от нас не сбегут. Естественно, они, эти зомбаки нам... не будут так сильно докучать, и тачка не будет видеть так много препятствий. Мы просто будем ехать очень быстро. А, все, ускоритель закончится. Почему я на него нажимаю постоянно? Зомбаки. Смотри, крутилочка какая у меня все равно на машинке стоит. Зомбаки-то накручиваются на нее, поэтому как бы плюс. Но, видишь, нам нужно оружие здесь. Мы сейчас купим оружие. Обязательно. С оружием будет веселее и интереснее. Все, бензин закончился, а мы едем куда-то вперед и зарабатываем деньги. Потому что каждый проезженный метр в этой игре нам дают деньги за это. О, офигеть, смотри. Мы чуть-чуть не доехали до бензоколоночки. Офигеть, круто. 19. Чуть-чуть нам не хватило до автоматика. Ну, ладненько. Мы купим тогда колесо. О, нифига, колеса какие. И будем дальше зарабатывать деньги. Я надеюсь, мы далеко проедем с этими колесами, чтобы заработать достаточно денег. Да. Я надеюсь, мы далеко проедем. И купим себе автомат сразу же после этого. Потому что каждый... Чем больше мы проедем метров в этой игре, тем больше нам дадут денег. Ой, смотри, зомбак полетел, побежал и остановился. Сняли защиту нам. К сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой, какой был удар, а? Прям колесами мы зацепились и поехали дальше. Движок уже начал у нас гореть, дымить белым дымком таким небольшим. Что нам говорит о том, что двигатель скоро сломается. Но пока силы в двигателе имеются, мы продолжаем путь дальше. Чуть-чуть мы ускоряемся. О, бензин закончился. Давай, вперед. Во-о-о! О, отлично, нифига себе. Давай, может быть, доедем. Есть! Не знаю, каким макаром, но, блин, по волшебству мы доехали. Пройдена контрольная точка и дали нам 10 200. На эти деньги сейчас посмотрим, сможем ли мы что-нибудь купить. А, нифига. Тогда давай купим топливный бак. Топливный бак. И после этого, я надеюсь, мы будем ехать чуть дальше и нам дадут побольше денег. Тратим деньги, а не покупаем то, что хотим. А хотим мы купить... Ой-ой-ой-ой-ой, что здесь мы так застряли-то? Ой-ой-ой, застреваем. Да, видишь, как если не заехал не туда, то все. И тут, смотри, всякие препятствия такие мелкие, да, имеются. Опа, ускоритель закончился, но пока есть у нас бензинчик, мы едем дальше. Угу. Опа, аккуратно, здесь надо аккуратно. И бежит наш тормозной этот самый двигатель. Зомбак и нас тормозит об колесо. Все. Сколько? 8 тысяч, да, ребята? Я даже
Когда я накоплю на автомат-то, все. Деньги не тратим, деньги экономим. И сейчас, я надеюсь, мы купим все-таки... Ой, наш автомат. Да, к сожалению, здесь надо аккуратно слушать. Смотри, видишь, спускаться. Интересно построена игра, потому что столько много препятствий, как они хотят, чтобы я ее прошел. Ну, надеюсь, мы пройдем. Где же все зависит от того, в каком состоянии машинка и сколько у нас еще бензинчика есть. Все, ускоритель закончился. Ну и все, и мы далеко не проедем, смотри. Опа, смотри, ребята, я нажимаю вперед. Все, бензин закончился, да. 9000. Ну что, о, у нас хватает на этот автомат. Да, оружие отстреливает зомби. Стоит он очень много, 20-ку стоил. Ну, смотрится эпичненько так. Эпично. Едем дальше. Смотрим, как... Ох, нифига, как он стреляет. Смотри, зомбаки отлетают просто. Тудух, офигеть, смотри. Нормально. Правда, патрончиков, конечно, не сильно много. Но отлетают они, дай боже. Нормальненько так, вообще классно. Не жалко, что мы потратили эти деньги. Купили такой прикольный автомат. Правда, патрончиков мало. Вот, отлетел. Кстати, автомат у нас отлетает. Потому что тачка у нас особо не прокачана на защиту. Оп, все, ускоритель закончился. Да. Но бензинчик пока есть. А пока есть бензин, можем отправиться. Ух ты, нифига себе, что это такое? А как же мы по ним подниматься-то будем? 9000 нам дали. А, давай купим бензин. Отлично. И поедем дальше. Давай автомат. О, отлично, он срабатывает. Хорошо их убивает, зомбаков. Вот, проезжаем. Оп, здесь надо аккуратненько проехать. Здесь мы едем по туннелю. Нам особо не нужно ехать впереди, там, сверху. Там ничего интересного нет. Давай ускоримся чуть-чуть. Вот наша красненькая, красивая машинка. Такая Феррари, знаешь, гоночная. Но пока она не совсем гоночная, ее нужно прокачивать. А прокачивать ее нужно конкретно. Потому что машинка, она еще пока слабенькая достаточно-таки. Все, давай ускоряемся. Автомат, смотри, покосило. Все, автомат отлетел. Ускоритель закончился, а мы подняться не можем. Увы, еще и бензин кончился. 9800 нам дали. Что мы можем купить? Защиту либо ускорение. Давай купим ускорение. Либо автомат мы можем купить еще. Ну давай автомат купим. Хорошо. Все, патронов у нас будет в 2 раза больше. Вот, едем. 24 патрона, нормально. Теперь мы будем всех зомбарей убивать. Вот они только бегут на нас, а мы их отстреляли. И, естественно, мы не теряем скорости в этом плане. Так. Заехал я зря туда и потерял кучу времени. Угу. Да, зомбаки, видишь, отлетают, и мы едем. Нужно аккуратненько здесь. Здесь очень опасная такая зона, что... Вот. Да, а, что такое? Почему я не могу ехать? Давай, вперед! Вот, пробивай ты всю канитель. Патронов у нас нет уже, к сожалению. Ладненько, едем дальше. Ускоритель у нас закончился. Зомбак сзади зацепился, мешает нам ехать. Давай, машинка. У тебя получится. Отлетел автомат наш. Все, машина едет одна. А здесь все, мы не можем подняться. Подняться мы не можем, потому что у нас двигатель слабый. Давай более быстрый разгон и более эффективный расход топлива. Отлично. Едем дальше. Улучшили мы наконец-то двигатель наш. Автомат отрабатывает. Только так. Молодец. Опа. Смотри. Проблема здесь, да, какая? Здесь надо аккуратненько, постоянно будет. Постоянно я здесь врезаюсь. Все. Я надеюсь, сегодня мы эту машинку-то прокачаем. Хотя бы не полностью, но мы должны доехать обязательно до второго бензобака. Я думаю, мы доедем спокойно. Нам только нужно прокачивать нашу машинку. Вот, хорошо. Ускоритель у нас есть, но мы его полностью не будем тратить. Ой-ой-ой, закончился. Только я сказал, что полностью тратить мы не будем. Ой-ой-ой-ой, как же здесь сложно, слушай, а? Ух ты, а что там внизу было, интересно? Так, закончилось у нас. Что, 14 тысяч? Ну давай улучшим этот самый, как его,
Броню нашу. Во. Так, броню улучшили. Поехали, вперед. С улучшенной броней у нас нормально. Но все еще пока наша тачка красненькая видна. Она красивая. Так, тихо. Все, мы здесь переворачиваемся. Что-то как-то доехать не можем. О. А бензин-то идет у нас, потихонечку тратится. Я слежу за бензином. Вот, да-да-да, он потихонечку тратится. Давай здесь ускорение включим. Опа. Давай, машинка, давай, немножечко осталось тебе. Осталось уже немножко, ты уже вся измученная. Скоро сломаешься. Ускоритель закончился. Так, что у нас тут? Поднимаемся потихонечку. Во, все, бензик закончился, ладненько. 9000 всего лишь нам дали. Что улучшаем? Давай улучшим коробку передач, да. Увеличение максимальной скорости, на которой вы можете ехать. Отлично, хорошо. Нам нужна максимальная скорость, на которой мы можем ехать, чтобы проехать хоть немножко дальше. Угу, давай, машинка, давай, едь. Аккуратненько. О, мы вписались, прям, представляешь, мы вписались прям хорошенечко в этот туннельчик небольшой. Оп, еще раз. Хорошо, едем дальше. Колеса крутятся, прям вообще не останавливаются. Патроны закончились. Давай вперед, ускорение. Отлично. Зомбаки. Зомбаки. Где вы? Всех подавим, зомбаков. Абсолютно всех зомбаков мы подавим, и никого не будет здесь у нас. Ни одного не останется зомбака. Мы всех их подавим. О, давай здесь, давай, ребята. Давай, машинка то. И давай, машинка, ребята, все вместе. Да ё-моё, ты чё тут застряла? Давай. Да, хотел я проехать совсем чуть-чуть, здесь немножечко. О, давай сюда, в эту ямку. Все, бензин закончился. И мы почему-то встали не на колеса, а на крышу. Поэтому мы сейчас будем ехать медленно и остановимся, конечно же. А, чувак, прыгнул и бошку сломал. 11000 нам подарили. Ух, ладненько, на этом будем заканчивать, ребята, наш сегодня выпуск. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока-пока, до новых встреч!